Ну давай, ну Коля, ты мать! Сегодня 16 августа, я в Венгрии, в Будапеште. Вчера вечером приехал только в Будапешт, немного там увидел, поэтому сейчас немножко еще проедусь по нему и потом поеду уже в сторону Украины. Ну все, галопом по Европам. Видеомаркет. Вот такая велодорога здесь. Отдельная для велосипедов. Будапешт. Впечатление очень хорошее о городе. Большой. Где-то он старинный, где-то он современный, а где-то он еще советский. Так же самое дороги. Есть современные, есть старинные, брусчатка. И есть советские дороги. Так что смотри, тут не пересмотреть, очень много всего. Этот город называется Асот. Асот. Можно яблочками подкрепиться. Витаминчики. Вот горы, которые объезжает дорога. Ну уже задолбался просто. Нет другого пути. Вот этот знак требует особого внимания, потому что в Венгрии их наставили очень много. То есть этот знак показывает, что велосипедистам по этой дороге ездить нельзя. Но объездных дорог нет. То есть для того, чтобы объехать, можно долго-долго петлять по различным селам, а потом выехать опять на эту дорогу и сразу же опять попасть на этот же знак. Поэтому я несколько раз объезжал, несколько раз боялся, что попаду
полиция где-нибудь меня остановит, и так как меня уже похоже, что в базу ввели, что я нарушил правила дорожного движения, могли я тогда уже не простить. Поэтому я старался объезжать, но в конце концов просто мне очень на это надоело. Потому что я один раз заблудился, свернул не туда, пришлось возвращаться, несколько километров лишних проехал. Потом объезжал, увидел впереди пост полиции, объезжал там окольной дорогой, там брод был, потом еще были там ежевика, по которой пришлось ехать на велосипеде и мог проколоть колесо. В конце концов дорога-то кончилась, и пришлось через ежевику там выбираться опять на эту же трассу. Хотя эта трасса была не главная, была еще автобан, а эта трасса была второстепенная, все равно на ней стояли вот такие вот знаки. В конце концов, я увидел, что по ней ездят иногда и тракторы, иногда и на велосипеде кто-то местный проедет. Я уже рискнул, поехал дальше по этой дороге. Вчера вечером не успел снять, потому что замешкался. Быстро почему-то стемнело, там горы, и за горы село солнце, стало темно. Два водоема, которых на карте, это были два карьера. Ну, на втором карьере я покупался вот здесь, вот, с разрешения охранника, поставил здесь палатку рядышком. Тут техника стоит, домик для сторожа. Вот. Ужинал я вчера вот такой вот консервой. Это получается тушеная капуста с котлетой было. Ну, то есть такая вот завтрак туриста.